Перевод 65 гектаров земель в Чебоксарском районе из категории сельскохозяйственных в промышленный для размещения складского комплекса, оформленный постановлением правительства, вызвал дискуссию в обществе. У сторонников и противников свои аргументы. Один из самых распространенных слухов, якобы теперь участки, сменившие юридический статус, могут продать. Вот как комментирует ситуацию министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева. Во избежание каких-либо махинаций в этом вопросе правительство уже на этапе принятия постановления по изменению категории предусматривает и указывает для тех же органов, регистрирующих, ведущих соответствующий кадастр, что вид разрешенного использования собственником в данном случае заявлен под промышленно-складской логистический центр. Республика и правительство здесь как раз именно подстраховывает, в том числе и тоже население, во избежание этих махинаций. И поэтому говорить о том, что постановление каким-либо образом не учитывает мнение населения, это не объективно, не обоснованно, просто потому, что правительством как раз созданы те условия, чтобы не просто мнение населения было услышано, оно было услышано правильно, объективно и учтено при последующих действиях.